запрет всем тем, кто сказали, что я лысый женщина. Над этой прической работали самые крутые барбершоперы. Какая пересадка, у меня идеально волосы растут. Я еду только в бизнес-класс, а мне сегодня оверсайз. Кутюр бальмены тяги на я бэйби. Вау! Воу-воу-воу-воу-воу! Держите себя в руках, девчонки. Секс мне предлагать, могу не отказаться. Адольф Гитлер, 21, 43, 7 weit into the Mein Kampf, арестонишь, я-я! Барбершопы поработали на славу. Я хочу, как у Киану Ривза. У меня длинные волосы, красивые. Такие хочу себе тоже отрастить. Потому что мне говорят, ну короткие, типа, ну не мое. А мне же, ну, длинные хочу. Во, смотря. Ну как? Вот. Вот так вот спереди смотрится. Вот так вот смотря. Ну такие волосы у меня будут скоро. Да. Кукушку на голову посадил мне, чучело. Прикинь, да, чмо? Вот моя новая прическа. Спасибо, что поработали над ней профессиональные барберы. Вау! Воу-воу-воу-воу-воу! Держите себя в руках, девчонки. Секс не предлагать, могу не отказаться. Вопросы будут. Скоро косичку буду делать себе, пальму. Да, пожалуйста. Это ответ всем тем, кто сказали, что я лысый женщина. Во-первых, я не лысый, и то, что я не женщина, это видно невооруженным взглядом. Вот это чмо, сука, вчера получил бан. Я тебе, тварь, буду везде теперь банить. Вот тоже, сука, бан. Мрази, суки. Тоже бан, тоже туда же. Вот это, сука, тоже бан. Тоже, сука, бан. Тоже туда же. Модные мужские стрижки и прически 2022. Тоже бан. Во, смотри. Немножко взъерошился. Во, смотри. Смотри! Волосы взъерошились из-за того, что наушники снимаю. Походу ты сам хуже, а мягкий знак фотолупа со своим гнездом на голове. Вот это вот, вот такие вот люди, пи***ры, меня не нужны на потоке. Я не хочу, чтобы у меня среди зрителей вот такие дед, были. Скажи, кто где вот это делает? Сиденье? Вот это что, допустим? Бан тебе. Это вообще пи***ц бан. Тоже бан, гля. Прикинь, сука. Гля. Гля, пена, прическа, как у тебя. Я охуел. Не, в натуре, ля, Киану. А чё, да, он другой, что ты вот кто, господи. У тебя прическа, как у пенчика. У кого? Подстригали мужа в центральном барбере, барбершопе. Как это понимать? Конченый. Вот такой я сегодня игривый. Да, 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 да. 2500, но уже чуть заросло. Уважаемые граждане, барбершопы на набережной Барбер учатся стричь на собаках. И моя фотка, сука. А почему лоб на человеческий похож? Уши отстрили. На данной фотографии кровь. Это Элвис Пресли. Жесть. Между ними пространство, сделаем милирование. Ну, чисто, чтобы они не густые были, потому что у меня густые, жирные волосы. Я милирование промилировал, понял? Пространство пропустил между ними. Вот такие у меня сейчас волосы. Че, опять смеемся, еще челы? Сука, пидорасы, блядь. Вы че, нахуй, все так ведете? Я не понимаю, нахуй я все вот это показываю? Я вас попросил. Я к вам, блядь, Валера, как по-человечески отношусь. Переделай. Человечески к вам отношусь, а вы что делаете?
сильная прическа, но я бы внес некоторые изменения. Например, то, что я не выводил бы нахуй эту хуйню на экран и не позорился на прямых трансляциях. Вот, а так заебись, базар и must have. И чем тебе не нравится, блять, мое филирование? Норм прича. Лев живет с лохматой гривой, хохолок попугая расцветки и гривой, самка гориллы, брюнетка она, нету волос совсем у слона. С черно-белой укладкой гуляет пингвин, а это сухачу 31? Ты с какой прошмандовки снял этот скальп? Нахуя тебе валуны с соломой на голове? Ебаное пугало из изумрудного города, ни сердца, ни денег, ни волос. Попроси своего доминанта реже вырывать волосы при сексе. Вот обратный ход волос, реверс. Они просто грязные, поэтому скучковались в одном месте. Над этой прической работали самые крутые барбершоперы. 2500 рублей такая прическа стоит. Каждый месяц работают специалисты, чтобы вывести идеальный баланс красоты, брутальности и сексуальности. И все в одном человеке, во мне. Пойми меня правильно. Долгие годы выводили мне идеальный баланс на голове. И вот, пожалуйста, что получилось. Брутальность, сексуальность, привлекательность. Сногсшибательность. Вот. Вот, смотри. Вот такая у деда вот. 2500 всего лишь. Вот. Всего лишь 2500, и будешь выглядеть как настоящий самец. Чё? 2500, как обычно. Цены не менялись. Один и тот же барбер работает. Сам ты позорище, бля. И шачела. У тебя на голове как будто забрали треугольный кусочек пиццы. Я надеюсь, ты просто сходил как модель, чтобы молодые потренировались. Ты что, придурок? Ты позорится перед тричом. Да пошел он нахуй! Это я чуть взъерошился. Вот, смотря. Это называется самарский бриз. Пожалуйста. Чё, давай, чё ты? Давай, посмей смешок. В каком месте смех? Только покажи мне, чтобы я понимал, что. Надо осьминога на голову посадил. Смотри, вот только демо-прическа. Вот такая. За 5000 рублей вот сделал. Вот, посмотрите. Все, вот, смотри. И чем вызван смех, да? Боже. Это чучело жрет доширак и еще имеет наглость. Чем вызван смех? Зачем ты сфоткал анус желвака и назвал это своей прической? Ты нас решил разыграть? Вот это, кстати, мой папа дал. Смотрите. Вот это его прическа. Пи***ц. Вот вы думаете теперь, с кем вы общаетесь? Ну такая у меня сейчас. Вот такая вот. За вот этой фотки ты допрыгался, чмо. Ты допрыгался, жесть. Молодец, аплодишки. Ты долбай, тебе бан. Все. Тут ты тоже допрыгался. Тоже получил то, что получил, бан. Осквернение прически стримера и дальнейшее унижение его животного домашнего. Отличный ход. Вот это тоже бан. Тоже это, ну это здесь все, здесь это, ну, прическа стримера с барбершопа на ботинках. Здесь ты тоже, конечно, чел, тебе бан здесь. Тут ты все, ты уже получаешь бан за искоренение стримерской прически. Боже. Ой, короче, все, я вам ничего не расскажу, не покажу. Это я после барбершопа когда. Че там, смешного, да, что-то? Давайте я тоже, что посмеюсь, что. А чё смеемся, дебилы? Дебилярки, чё смеемся, дебилки? Иди, чтоб волосы помылся, то, сука, ездил в Ростове, был там, еще пару городов заскакивал, времени не было помыться. Вот сегодня хоть помылся, секретка. Ну, на сиськи, допустим, кто-то написал. Рассказал ему секрет про то, что чтобы голова выглядела более-менее ухоженно, надо было просто помыть бошку и расчесаться. А не ездить по бурбершопам и платить по 3000.
Вот, пожалуйста, вот моя новая прическа. Обратите внимание, значит, как здесь все выстроено. Да, немножко фото не так передает красивость все. Ну, потому что оно, типа, так сейчас вот увидишь след от наушников, типа. Вот, а так, действительно, если я смотреть буду прямо, да, с этой прической, типа, это реально, да, это прямо островок. Это у меня просто называется шапочка. Я себе сделал новую прическу, и я действительно смотрю на себя, и, бля, я вот реально вот первый раз в жизни восхищаюсь своей прической. Как у меня до этого тоже была неплохо проработана барбершоперами прическа, но в этот раз я решил как бы снять больше со своей головы и не хочу хвастаться, но это пи***то. Вот смотри, ну как, вот так вот. Кому нравится, поставьте лайк на трансляцию, пожалуйста. Денег на барбершопы не хватило. 2,5. Вот и Алинка подстригла каблук, цок-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 цок. Стригись уже на лысо. Оставил мошню свою с залысинами. Будь мужчиной. Вот она. Да, вот, смотри. Вот такой я сзади, смотри. Нормально? Вот такой я сзади, смотри. У 10-летних мальчиков под носом больше пуха. У тебя на голове. Убери это с экрана. Меня точнее. Продают свое лицо. Затылки, как шерсть на собаке. Мопс. Спасибо. Тебя Раля стыгла. Сколько заплатил? Ну, как обычно, это барбершоп работал. 2500. Я если захочу на твою прическу посмотреть, то просто посмотрю на свою жопу в зеркало. Такая же гладкая, ровная, да? И три торчащие волосинки. Окей, шаг. Сейчас я сделаю сельфач и посмотрим. Во. Вот такая, блин. Это укладка, потому что сегодня, ну, ходил там по гостям, блин. Да. Ну, как, блин, просто сегодня укладку себе делал гелью. Ну, этим глиной, да. Вот, пожалуйста. Вот такая у меня сейчас прическа. Вот такая. Барбершоп вчера занимался. Нахуя мне пересадка волос, если у меня... Ой, эти... Ты знаешь, какие у меня волосы были до барбера? То есть, ну, вчера. Они у меня были длинные, очень длинные. Сделали... Походу, барбер отвернулся на звонок ответить и забыл у тебя на голове вклюнную машинку для стрижки. И на, как объяснить эти острова у тебя на башке? Просто пи***ц. Езди дальше в шапке. Вот, по Крымский полуостров на лбу. Ха-ха-ха-ха. Приска безумный кроу. Давай, чё ещё лупанёшь? Хорошая приска, реально. У моей собаки, которая от старости лысеет, такая же. Ой, какие же вы дебилы, ой-ой-ой. Пришёл в интернет, хотел впитать в себя позитивчик. Никаких позитивных моментов. Да, вот тут уже уши настоящие, да. Это проектчик, да. Это енотик Бубонька. Да. Это я. Сделали за 2500 мне прическу. Вот и думайте. Пожалуйста. Да. Вот эта прическа, смотри, работали лучшие барберы Московской области. Вот подумай, что. Сегодня я такой вот, минитирование сделали мне. Вот, барбершопы поработали на славу, так сказать. Пацаны знают свою работу. Вот, 3000, 2,5 прическа, по 500 минитирование. Вот эта сука тоже для прическу взял, вот новую мою, и туда ее. Ой, какие, сука, чамары. Дед, я думаю, ты не лысый, просто пока ты спал под мотоблаком. У тебя на черепе смышлевские петухи свили себе гнездо и своими жопами натерли тебе проплешины. Шо? Вот, смотри, сделал себе прическу. Ай, мне туда бомжей напихали. Я сделал прическу, милитирование себе сделал, видишь, розовое. А эти чамары, блядь, туда бомжей нацепили. Ты ж видишь, что здесь? Присмотрись внимательно. Это мои волосы. Мои волосы на петрушке. У меня в группе ВКонтакте там сколько? Больше 100 тысяч их. И они там вот тут сидят, сука, я уже половину перебанил.
пиздец. А вот эту парашу я терпеть не буду, понятно? Раз-два, пошло-поехало. Все пошло. Я сказал, здравствуй, зайка. Здравствуй. Жмышенко сидит. Сидит Жмышенко. Понятно. Смеются дауны. Какая пересадка, у меня идеально волосы растут. Хочу у тебя на лысом лбу кратеры, как на луне. Тебе за лупой в дурке настучали, что ли? У меня как у Киана почти уже. Я просто подравниваюсь. Танцуем на лысине, Валерий. Я подравниваюсь. Сухач показал лысину. У меня как у Киана рейса.